Ну что, всем здравствуйте, всех приветствую. Мы продолжаем проходить Dreamfall Chapters. Интересная игрушечка. Позже серию мы с вами. А вы можете посмотреть, там ссылка в описании на плейлисте или подсказках. Вверху правом или левом углу. Улах. На подсказочку выскочила на предыдущую серию и на плейлист в принципе-то. Можете посмотреть сначала. Прикольная игра, атмосферная очень. Очень прикольная игра. Очень прикольная, атмосферная игра. И мне интересно, какой будет финал в этой игре. Всем в этой серии мы должны кому-то там сходить, кого-то узнать, наверное. Я вроде точно не помню, да. Поэтому, Саша, потом давайте пройти к передам психику, кошки, значит, пить кофе, пить или питья воды. Передам вам просмотр, а мы начинаем. Так, снизу мы с вами вроде бы вот здесь, вот, да. Раз таки... Подойти к закускам Нелла и поговорить с Нелла о Ханерот. Найти Ханерот. Закускам Нелла. Где у нас этот? Взгляните на мой... Спасибо, что зашли. Прошу прощения. Вон он. Пошли. Ну, не знаю. Я не большой. Пошли, найдем карту. Я Якутский его родный Нелла. Ковбой. Путь и за пазухой своей Закуски Нелла. Я иду в башню Сишадри. Самая высокая башня пропасти. Она находится прямо здесь, дорогуша. Было приятно вам помочь, такой хороший денек, мисс. И мне решать, что с ним делать. Я здесь, чтобы указать вам... Всего лишь купил лицензию на его использование. Я надеюсь, ты доберешься туда, куда идешь. А если снова потеряешься, то вороненок всегда... Где? Поможет. Это не моя ли любимая подружка ковбоя? Могу ли её... Отстань. Тележка. Я иду. Самая высокая башня пропасти. Она находится прямо здесь, дорогуша. Возвращайся, когда душа пожелает. Где-то, короче, здесь, да? Просто по прямой бежать, окей. Окей, окей. Тележка Неллы прям... Я иду в башню Сишадри. Самая высокая башня пропасти. Она находится прямо здесь, дорогуша. Не стесняйся, слышишь меня? Это ведь гонка Вольфа и Уминский, не так ли? Груз и Рибус даже не состязаются. Следующий, пожалуйста. А вон она, блядь. Вороненок здесь, чтобы подсказать вам дорогу в пропасть. Это ты! Что? Кто? Я? Супергерой из моего сна! Ты это она! Прости, я... Я правда не... Я не она, кем бы она ни была. Да, ты была в моем сне! Ты сказала мне, что все будет хорошо, и так и было. Ты помогла мне проснуться. Ты ошибаешься. У меня даже нет дримера. Я никак не могла быть в твоих снах. Это была ты, ты была там. Я больше им почти не пользуюсь. Дример? Чаще всего я говорю нет. Как-то мне и сказала. Вместо этого я читаю. Я много читаю. Сейчас я читаю книжку о спящей девочке, которая не знает, что она спит. Я беспокоюсь о маме.
Она постоянно в дримтайме. Ей больше нравится проводить время там, чем бодрствовать. Она мало ест и совсем не выходит на улицу. Спасибо, что помогла мне. Зои, верно? Спасибо, Зои. Как ты... Я же не... Что? Я про то же. Кого? Что, черт возьми, это было? Я не... Не знаю ее. Или знаю? Она выглядела так... Ушла пополнять запасы. Странно. Нелла обычно не оставляет свою тележку в рабочие часы. Обычно она пополняет запасы заранее. Ушла пополнять запасы. Странно. Нелла обычно не оставляет свою тележку в рабочие часы. Обычно она пополняет запасы заранее. Ящики с едой. Вот так Нелла получает свои ежедневные поставки. Все равно понятия не имею, где искать Неллу. Может, она оставила записку? Да. Ушла пополнять. Странно. Нелла. За коллектив. О, это тут сзади есть адрес. Коллектив. На Копрова. Похоже, у меня есть страстное желание. Штаб предвыборной кампании у Мински. Я слышала, что улица... Где на карте Копрова? Ого, это довольно жуткий райончик, куколка. Гляди в оба и держи руки на шестистволках. Будь готова! Было приятно вам помочь в такой хороший денёк, мисс. А, ну вот, там обозначено где. Пошли, ебать. Это ведь гонка Вольфа и Умински, не так ли? Гросс и Рибус даже не состязаются. Тебе. Послушай, подруга, я же сказала, что выполню свою ты часть. Ты именно так и сказала. Но мне нужно где-то установить границы дозволенного. Я тут собираюсь нарушить баланс силы, понимаешь? Сам Бонза подумает дважды. И я не собираюсь все просрать просто ради того, чтобы просрать. Я на такое не подписывалась. Я хочу забрать свою поставку и вернуться кормить свой район. Если получится заодно обратить пару соций тупоголовых, отлично. Если нет, не мои проблемы. Это не похоже на слова того, кто предан своему делу. Ох, да пошла ты. Я доставлю, как и обещала. Я нашла подругу, которая снабдит мне нанотехнологии. У нее есть специальный доступ, пара дней, максимум неделя. Но пока Ока суется в мои дела, совершает беспорядочные акты личного вмешательства со своими дронами и пропускными пунктами повсюду, время действовать осторожнее. Как бы нас вообще не лишили нашей тележки с едой, еды и свободы. Если тебе нужно что-то еще, бро, я в игре. Бро. Я помню, бро. Ты говорила, что будешь заниматься делом, а не трепаться языком. Мне нужно где-то провести черту, и это будет именно здесь. Неважно. Главное, чтобы ты все доставила. Коло, серьезно, я хоть раз не доставила?
Она выглядит немного напуганной. Надеюсь, что все нормально. И она уже на меня не злится. Фута, дурочка, что ты здесь делаешь? Я просто... Тебя не было у тележки с едой, ну и я пошла искать. Ты пошла искать? Ты шпионишь за мной, Зика? Господи, угомонись, Нелла. Нет, я хотела спросить тебя о Хане Рот. Хане? Хане, нахрена? Мне нужно найти ее. Это не ответ на мой вопрос. И ты ее не найдешь. Она... Шайсе, просто прекрати. Прекрати искать, прекрати спрашивать и прекрати преследовать меня. Это не то, во что бы тебе хотелось быть втянутой. Просто забей и уходи. Убирайся отсюда. Ты не пойдешь искать Хану, и ты не будешь спрашивать меня о ней снова. Убирайся нахрен отсюда! Хана Рот подождет, как бы Квинни не волновалась. Нелла в дурном расположении духа, и я не собираюсь раздражать ее лишний раз. Понятно, у кого-то... Это что-то не то. Сейчас середина дня. Я еще не дошла до такого. Око наблюдает. Но кто наблюдает за оком? Покончим с диктаторами! Восстаньте против корпоративных владык! Я не могу получить Ок разрешение на то, чтобы посетить сестру в другом районе. Ну не бред ли? Эй, эти потерялась? Интерактивные туристические карты мне очень помогли, когда я впервые сюда переехала. Хотя они по-прежнему полезны. Я до сих пор... Штаб предвыборной кампании у Мински находится у базара пропасти. Где находится синагога пропасти? Салам, шалом, если... Да. Блин, ну если такая вся игра будет, что просто бегать нужно будет, со всеми общаться, то ладно. Хер его знает. Такое. Когда на этой неделе планируешь выбраться из района? Я собирался, но... Мистер Лондону не особо нравится твое копошение в его районе, соци... Полегче, брат. Не я брат, не... я тебе, приятель. И даже не приятель. Ну, заметно. Ой. Мистер Лондон говорит, ты никогда не спрашивал его благословения, Кола. Мистер Лондон, он не слишком доволен этим. Он, мистер Лондон, говорит, я нигде не копошусь. Я просто провожу предвыборную кампанию. Может быть, если бы мы могли все обсудить как цивилизованные люди, вместо того, эй, чтобы... Аси, ты говоришь со мной, а не с мистером Лондоном. Никто не говорит с мистером Лондоном. И никаких обсуждений тут быть не может. Нам ни на что не сдались ваши товарищи коммуняги в пропасти. В этом районе мы голосуем за Вольфа. Я понимаю, что происходит. Дело не в сфере влияния или уважения, так ведь? Дело в кайзере Константине и его армии фашиков. Эй, отпустите его! Подожди, что? Это была я? А то что? Не вмешивайся, сука! Иначе просто испортишь свою мордашку. Не очень-то будешь смотреться со сломанным носом, я не а? Понимаю ни слова, но если вы его не отпустите, я вызову полицию. Пала? Шайся, киска. Ты думаешь, полиция станет вмешиваться? Ты знаешь, кто это? Это мистер Лондон, и под ним ходят все боли пропасти. А теперь отъебись, пока я окончательно не разозлился и не решил. Это Он за счет торговец поздравил свой товар. Он продавал оружие и броню. Однажды он пришел в деревню, тяжелый великий воин. Этот щит, сказал торговец, так крепок, что ничто не сможет его пробить. Он защитит его воина от любого вреда. Это копье, сказал торговец. Так остро, что пробьет любую броню, наверное, убьет твоего противника. Как такое может быть? Ответил великий воин, что у тебя есть щит, который нельзя пробить, и копье, которое может пробить все. Эти две вещи не могут существовать.
Я не говорю на кантонском. Я бы схватил щит и копье. Не имеет значения, могут они существовать одновременно или не могут, ублюдок. Сказал он, пронзив насмерть великого воина. Если я один владею обоими. Просто отпустите его. Пожалуйста. Он безобиден. И дал посольство. И пусть это будет тебе уроком, Кудас. Это район мистера Лондона. И чем раньше это дойдет до тебя, тем с меньшим дерьмом тебе придется иметь дело. Господи, Барути! Ты в порядке? Думаю, да. Спасибо, что вступилась, Зои. Я ценю это. Хотя, я не уверен, что это было умно. Ты теперь в его поле зрения. Я не могла просто безучастно стоять и смотреть. Ты уверен, что с тобой все в порядке? Да. Но сегодня я уже никуда не пойду. Я просто буду смотреть трансляцию выступления Леи из офиса. Тебе что-нибудь нужно? Тебе ведь не обязательно оставаться здесь одному. Я могу остаться, или ты можешь пойти домой со мной? Я в порядке, Сесси. Правда. Они просто пытались запугать меня. Миссия выполнена. Они не вернутся. Не сегодня, по крайней мере. Мы можем побеспокоиться о завтрашнем дне завтра. Ладно. Красиво сказано. Насчет Квинни... Давай об этом тоже завтра поговорим. Сейчас я просто хочу сесть с чашкой горячего чая и наслаждаться воодушевляющей речью. Я понимаю. Но, Барути, пожалуйста, запрешь дверь. И позвонишь, если что. Не хочу ругаться с тобой. Увидимся в четверг, дорогая. Береги себя, Барути. Не думаю, что сегодня проходит богослужение. Меня немного пугают говорящие баки. Почему офис нашей предвыборной кампании? Это дыра в стене, но Барути сделал из нее очень презентабельную дыру в стене. Дамы вперед. Спасибо. Здравствуй, подруга. Ты же не спешишь. До следующего раза. Угу. Все он будет. Выглядишь знакомо. Да ладно. Серьезно. Блять. Ну. Ок. Одному солнечному дню за раз. Дом, милый, но нет. Просто дом. Да, пока ничего такого нету. Кентекшн и тому подобное пока нет. Эй. Пахнет восхитительно. Что ты готовишь? Ризотто, иди сюда. Я тоже рада видеть. Мне это было нужно. Что происходит? У нас был настоящий ужас в офисе компании. Что случилось? Барути хорошенько досталось. От бандитов мистера Лондона. И Лондона личной персоной. Господи, он в порядке? В порядке. Скорее всего, в порядке. А что насчет тебя? Ты в порядке? Я в порядке. Они меня не тронули. Но ты вмешалась. Мне пришлось. Я не могла им просто позволить избить Барути. Я действительно хочу, чтобы ты не вмешивалась. Ты же знаешь, на что способны эти люди. Они всего лишь трусы. Трусы с мощью синдиката за спиной. Все равно лишь трусы. Слушай, я буду в порядке. Они хотели припугнуть Барути. Ничего не случится, они не собираются меня преследовать. О том, что случилось раньше. Извини, что доставался этой терапией. Я не хотел совать свой нос. Не волнуйся об этом, Реза. Я была уставшей. Я могу обсуждать это. Серьезно. И мне правда лучше.
Это помогает? Это помогает. В основном благодаря тебе. Давай надеяться, что твое мнение не изменится после этого ризотто. Как прошел твой день? Очевидно, не так интересно, как твой. Я опубликовал ту статью о бинго, и теперь иду по следам зацепок. Это все выходит из-под контроля. Все на пределе. Я знаю, участие в компании для тебя важно, но тебе нужно быть осторожной, вмешиваясь в местные дела. Даже Салли не хочет, чтобы мы слишком много публиковали о происходящем здесь в пропасти. Если ты прекратишь освещать новости, потому что боишься последствий, ты зацензуришь себя самого. Нужно выбирать, за что сражаться, как этот деловой мистер Лондон. Он прикрывает чужие бизнесы и руководит местным черным рынком. Это плохо, но не хуже дел корпораций и не хуже кайзера Константина. Наверное. Мне тоже не нравится, но иногда нужно проиграть битву, чтобы выиграть войну. Понимаю. Может, я идеалистка? Мы оба такие, но я еще и реалист. И я бы очень хотел, чтобы ты перестала участвовать в компании. Mm-hmm. Эй, иди-ка сюда, попробуй. Мне не нравится, каким тоном он разговаривает, и уже не первый раз мы об этом спорим. Иногда Реза помешан на контроле. Мне это не нравится. Мне не нравится, каким тоном он со мной разговаривает. И уже не первый раз мы об этом спорим, и я устала. Хочу провести тихий вечер. Не нужно брать в голову. Давай. И на Реза влияет на ваши отношения. Ну как? Понимаешь? Вкусно. Игнорирование влияет на наши очень с ним отношения. Вкусно. Хочу уже поскорее покушать. А тебе потом отплачу. За что? За вкуснейшие ужины. За то, что ты лучший парень, который знает, как поднять мне настроение. А нам нужно ждать до конца ужина? А ризотто не испортится? Понятно. Разве это важно? Ни капельки. Понятно. Да хоть лопатку положи-то. Мужик с накрашенными этим. Понятно. Ок. Интерлюдия. Другое место, другое время в доме между. Опа! Эй! 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 Висела! Ёбаная шоу! Суждаем. Не стал начал, но ладно. Что? Кого? Магнус, что делает Сага? Сага? О вампирах? Эд думает, как бы от нас избавиться. Не знаю, она у себя ведет себя подозрительно тихо. Хорошо, это хорошо. А ты не слушаешь ни слова. Как продвигается история? Не спрашивай. Хорошо. Когда смогу прочитать? Не спрашивай. Ну ладно. Родителям еще по, да? Следуй за мной, Сага. Эй, ты не хочешь, чтобы в этот раз я принесла что-нибудь на нас? Обязательно. Эй, что ты здесь делаешь? Как ты выбралась из кровати? Отстань! Давай вернем тебя обратно. Не-не-не, отстань. Сука, окей. Я переживаю, когда тебя нет. Я думал, что смысл постройки этого дома был в том, чтобы нам больше не пришлось беспокоиться. Нам что-то нужно с собой взять, да? Я всегда буду возвращаться к тебе. Что нам с собой взять? Это наш якорь. Во времени и пространстве. Во всех мирах, в прошлом, настоящем и будущем. Ты говоришь, как Рио.
Недавно отремонтированный, с низкими процентными ставками, вне пространства и времени, всегда разный район, которому прилагается бабушка-дочка и сексуальная старательная жена. Сексуальная, но не всегда старательная. Чё нам с тобой взять-то, бля? Сосредоточься на рагу, дорогой. Дай потом прочитать, что написал. Ни за что. А теперь... Сосёшь. Что, батя, готовишь? Да ёп! Снова вылезла. А ты смышлёная. Теперь будь паинькой и не уходи. Да отстань, батя, дай мне... Блин, ты что думаешь, я вот так просто сдамся? Хер. Батю мы прошли, короче. Теперь мать. Теперь мать. Эй, Сага. Ты отстань. Уже проснулась? Отстань. А папа знает, что ты здесь? Не думаю, что папа знает. Не волнуйся, это будет нашим маленьким секретом. Хорошо. Бать, а что с матью? Мать, ты что такая вся зеленая? Че на все зеленый, ну ладно. Так, нам нужен что-то, да? Что же нам может помочь с тобой? Нужно как-то открыть, да, дверьку. Подожди, что нам может помочь с тобой? Мать, может, ты поможешь? Привет, малышка, мама работает. Дашь мне минутку? Секунду, Сага, я как раз заканчиваю. Вот это предложение. Почти, почти. Готово. Пошли, мать. Хорошо. Что ты хочешь? Мать, пошли. Поможешь мне? Открой дверь-то, ёпты. Дверь? Ты хочешь, чтобы я открыла тебе дверь? Да. Это я могу. От души. Вот, иди. Только не лезь снова в камин и не разбрасывай пепел по всему дому. Ладно? Хорошо, хорошо. На чем я остановилась? Здравствуй, Сага. Ты так быстро растешь, малышка. Скоро ты будешь говорить, помнить и видеть другими глазами. Глазами, которые не смогут видеть меня. В тебе так много от меня, сестра-дочь. Я знаю, что сейчас ты не можешь меня понять, но знай, что я буду наблюдать за тобой и защищать. Еще похоже на знак, да, игры? Со временем наша связь ослабла. Игрушка похожа на знак. И ты не сможешь меня видеть. Но я все равно буду здесь. Завтра, через 10 лет, столько, сколько ты будешь жить. И в конце, сестра моя, дочь моя, мы воссоединимся. Круг замкнется, миры вновь объединятся, баланс восстановится. История. Которые мы расскажем друг другу. Скоро увидимся. Да пребудет с тобой баланс всегда.
кем ты разговариваешь, малышка? Что ты там лепечешь? Она там? Как во имя звезд она выбралась? Магия, дорогой. Звучало так, будто она с кем-то разговаривала. Как ты выбралась, малышка? Ты отрастила крылышки и вылетела? Да. Здесь в доме есть кто-то еще, Магнус. Я чувствую это. Я ничего не чувствую. Не волнуйся, это никто, кроме нас, не сможет пробраться внутрь. Это невозможно. Надеюсь, ты прав. Могу поклясться, здесь кто-то был. А чё у тебя всё в блёстках? Ой, фу! Чё всё в блёстках? Не только папа делает рагу. Так, чему мы это показали вообще? К чему это все? Все ваши решения были записаны для второй книги. Все совершенные действия, принятые в первой книге, решения уже существенно повлияли на ход вашего пути. Они запомнятся и определят течение событий во второй книге. Вот краткое изложение некоторых принятых вами решений и возможными будущих последствий. Я решил пойти новым путем и найти работу, не связанную с учебой. Ваше решение уже изменило ваш жизненный путь и будет продолжать менять его дальше. Я поклялся больше не забирать жизни в невинных. Я позволил Арну Стонту встретиться с судьбой. Он идет в покой на первой горе, а его мучители будут вечно бродить во мраке. Это не забудется, скоро вы столкнетесь с последствиями своих действий. Несмотря на преступление против своего народа, я решил помиловать надзирателя. Наказание постигнет его очень скоро от рук других. Это решение повлияло на судьбу того, кого вы еще встретите, и определит ваши будущие отношения. Пока я не вспомню, что было со мной до комы, я не смогу двигаться дальше. Будет трудно, но я очень постараюсь вспомнить. Ваше решение скоро повлечет за собой последствия. Реза не хочет экспериментировать с едой. На ланч я купил ему то, что он ест всегда, сырный суп. Скукота. Но в этом весь Реза. Этот кулинарный выбор повлечет за собой неожиданные и, возможно, серьезные последствия. Квинни спросила меня, что я ищу. Я сказал ей, что ищу смысл своей жизни. Вот что для меня самое главное. Это решение непредсказуемым образом изменит ваше сердце и душу. Ваше сердце и душу изменит. Я не могла позволить этому трусу мистера Лонду сбить Барути. Мне пришлось вмешаться, даже если Лонд меня запомнил. Последствия вашего решения не заставят себя долго ждать. Когда я увидела Неллу и ее подругу возле коллектива, я решила остановить и послушать, не прерывая их. Ваше решение повлияет на отношения с Неллой. Я была слишком довольна, как Рейла со мной разговаривал, но я не стала обострять. Слишком устал, чтобы бороться. Я просто хотела провести тихий вечер дома. Это решение повлияет на отношения с Резой. Интересно. Книга вторая. Глава третья. Сопротивление. Тише, малыш, тише. Опусти свою голову на... Давай мы с тобой это, знаешь, что? Возьмем и оставим на следующую серию вот этот самый сок. Да, вот такая короткая серия получилась. Мы допрошли как-то первую книгу, первую главу. Вторая книга уже вот на подходе, уже вот начали ее чуть-чуть, да, чуть-чуть так, чуть-чуть спойлернул вам, что будет, да, такое маленькое. Вот, поэтому такая серия получилась. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, вам не сложно, мне приятно, это реально вам секундное дело, а мне это реально, меня это очень сильно мотивирует делать очень крутой контент, очень
много контента и очень по разным играм. Вот, к примеру, тот же Киберпанк, как минимум, да? И еще пару игр, которые вас в скором времени ждут на прохождение. Очень тоже прикольные, очень классные и довольно не старые. Поэтому, ребят, ваша поддержка решает все, и не только для меня, но для каждого блогера или летсплейщика. Вы подписались, поставили лайк. Правда, в случае со мной я просто захожу, смотрю это, вижу, и меня прям мотивирует, меня прям, знаете, я прям радуюсь тому, что, блин, вы поддерживаете, и делаю все больше контента. Спасибо вам огромное за это. В комментарии можете пожелания написать, почему бы нет. Я всегда все вижу, всегда все читаю. Вот. Телеграм-канал на ваших экранах, там QR-кодик есть. Ну, я говорю, если лень, там вот это водить, да, вот это вот ссылочки всякие нажимать, это водить, да нахуй надо вообще. Взял, так телефончик, оп, навел, все, все, на QR-кодик. И сразу же в нашем паблике, блядь, что, в нашем телеграм-канале, короче, ты. Там просто инсайды есть маленькие такие, да, прикольненькие, и где я вообще нигде не говорю, не знаешь, о них вообще нигде не рассказываю, только там эксклюзив чисто такой. И уведомление о видео для чего? Для того, чтобы ты прям первым или одним из первых увидел, да, знал, когда вышло видео новое. Чтобы не было такое, чтобы ты подписался на канал, а YouTube такой, а, да, через день отправил тебе уведомление, хотя видео уже день, да. Поэтому телеграм-канал тоже все в описании, на ваших экранах все есть, там просто уведомления, повторюсь, и инсайды есть. Вот. Подпишись, тоже мне будет приятно. Огромное спасибо заранее, кто это сделал. Вот. В принципе, все, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте.